Короче, ну что это? Я ему говорю, 3 километра в час. Это что, превышение? Он говорит, нет, все, лишение. Ну чего, подожди. Лишать, понимаешь, он меняет лишать правил. Что такое, Толян? Господи. Что там? Там Невский спит. Пирог? Блин, кретин, что ли? Какой князь? Блин, Александр Невский. Да ладно. Александр Невский спит на нашем диване. Ничего, не разбуди его. Не начинай, сам иди разбуди, умник. Да, пожалуйста, что давай, умный. Ну давай, буди, что ты стоишь? Что ты стоишь? Парни, там это, там еще и Дакаскос сидит в кресле. Кто? Их тоже спит. Марк Дакаскос. Марк Дакаскос? Да, локти, ноги, вот это колени. Ну и что, она теперь начинает, что ли? Марк Дакаскос спит? Да. Давайте сейчас спокойно, ребята. Во-первых, тихо, не орать. Во-первых, не орать. Во-вторых, что мы вчера пили? Или ездить? Ничего. С другой стороны, формально же мы в студии. Формально? Можно начинать. Короче говоря, да, никто никого ничего не боится. Спокойно начинаем программу. Друзья, просто бережем слон людей. Сегодня у нас группа «Знаки». У нас интересная тема там с компьютерным экспертом, вирусологом про спам. Тихо-тихо-тихо. Там девчонка. В общем, это профилактика. Мы начинаем. И походу Невский. И Невский. С Дакаскосом. Видимо, мы не знаем. Поехали.